Орел сидит на дереве. Сейчас увидишь. Если он, конечно, не испугается. Приманивает орла. Смотри, ручной орел, друзья. Просто рыбу показывает, и он уже идет на рыбу. Орел, смотрите, вон, ребята. Вон, смотрите, вон, смотрите, он смотрите. Хопа, прикормленный, традиционный пируэт. Ребята, ставим лайки. Утонул, наверное, орел, да? Рыба утонула. Думаешь? Да. Ну, давай другую посмотри. Ну ни хера ты, Михаил. Видали, блядь? Ребята, сидел на тальнике и прилетел, короче. Сейчас другую рыбу достану. Давай, жди. Это вещь, это утонул. Орленок. Вот такие вот у нас орлы. Нифига себе. Это друг мой. Корефан, ага. Ну, и что, ты давненько ты его так уже? Недельку. Он сперва у меня там в том тюпу. Я поэтому сюда перебрался. Он сюда. И вот он ждет, сидит каждый день вот на вот этой вот долине, друзья. Вот. Утром, вечером. Ясно? Так что, ребята, давайте, смотрите и учитесь, как нужно приручать диких птиц. Поэтому не гоже друга обижать. Да? А он указывает, где рыбные места, где косяки ходят. И вот тогда сеть можно ставить в тех местах. Опа, не вижу он это. Ну, да он может еще и как бы его сильно не заметил. Ему надо светлую, нет, светлую рыбку. Он заметит. Главное, что окунь быстро тонет. Вот давай иди сядь на дерево, еще разок прилетишь. Орел. Так что, ребята, смотрите, вот еще окунишка есть. Ну, такой грамм на 300. Сейчас хочет сесть он. Сейчас он увидит, друзья. Смотрите, вот видите, орел у меня прямо сфокусировалось туда все дело. Смотрите, сейчас. Он услышал это все дело. Сейчас мы вам покажем супер класс. А сегодня у нас 6, по-моему, июля. Июня. 7 июня. Вот такие вот красивые закаты у нас здесь можно наблюдать. А сеть сороковка, да? Сороковочка. Но он не на свою талину сел, он совершенно на другую сел. Вот он на второй аэродром сел. Вон сидит ребятуша. Вот на талинке. Прям посерединке, видите? Точечка. Сейчас, секундочку. Ага, вот так может одному кому-нибудь подгребать. Карасишку бы. Или подъязка. Ну, мелкая что-то, мелкая рыба. Крупный такой, а он сильно не берет. Окунишка. Окунишка, ребятки. Царство окуни. Ты сам сети, да, присаживаешь? Или такие покупаешь? Ну почему? Я и сам все делаю. Все сам он делает. Ты куклу берешь с лески? Я беру китайскую сеть. А все, потом все обдираешь? Все это выкидываю. Ну. И делаю ряж, вяжу с капрона. Угу. И присаживаю сам. Ну. Ясно. Белую рыбу нам надо, ребята. Белую.
мелкого. Я могу еще раз продемонстрировать, как он сорвется снега, но самое-то интересно, как он берет ее от воды. Да, так он красиво так еще маневрировал. Чайки летают. Да чайки вообще паршивые, бля. Ладно, попробую опять. Давай маленько вот так повернись туда, чтобы. Сейчас, сейчас, стой, стой. Вот он покажет сейчас ему орлу этому. О, понял. Смотрите, ребята, летит. Летит, летит на нас орел. Смотрите, сразу же идет. Смотри. Давай, бросай сюда. Руку ему надо дать. Утонул, наверное, это только. А может быть и нет. Не, утонул. А если бы ему, ему надо было в лед подкинуть, чтобы он его цепанул? В лед он никак не возьмет. А вдруг? Не, только с воды можно взять. Ну чё ты, корефан, блядь, объебался, что ли? Ну давай сейчас вторую проверю стушечку. Здесь рядом. Может, белую рыбу найду. Вон туда. А вот она. Ну. Видишь, окунь тонет. Не надо же показать. Да. Сразу он, как показал его. Да он молодец, вообще умный. Да тут, друзья, до туда метров, ну, 100 точно есть. Вот до вот этой талины. До сухой макушки. А вот до вот этой тоже примерно около 80. Да, вот он сейчас сядет вон на ту хуйню. Так он уже, понимаешь, он сидит, ждет тебя. Что-то ему жест этот покажешь, руку кверху. Да. Я же пустую руку. Пустую руку показал. Да, да, да. Он на пустую-то в первый раз, друзья. Нифига не захотел. Вот сейчас опять. Я знаю, что он не будет. А вот на белую, я говорю, вот белая была бы. Весело тебе тут, ты тут не один, оказывается. Да. У тебя там все, ключи на веревочке выпали. О, приземлиться сейчас на первую. Все, сел, друзья. Сейчас посмотрим, короче, что будет. Вот так вот рыбаки Сибири живут. С птицами. Хищными. В сговоре. Мы же коллеги. Да. Он рыбак, я рыбак. Волка ну, да. Ну, поэтому по-любому должны. Корефаниться. Ну, давай, блядь, карасик. Вон что-то есть там сверху, верховая какая-то. Нет, трава. Не, плескнулась там. Вот метрах в семи отсюда. Ну, все, я. По-моему, там какой-то белый, наверное. Вот. Рыба. Вот чебачок. А, не, подлещик. Подлещик, самый его, наверное. Подлещик, ребята. Сейчас я вот сюда, наверное, зайду. Вот так аккуратненько. Ага. Все? Да-да-да-да. Орел сидит на дереве. Ну-ка, ну-ка. Смотрите. Вот это возьмет. Ах, промазал, засрань. Его промазал, вон попёр. А, взял? Ну, да. Молодец вообще. Всё, попёр его. Смотри, ребята, блядь, ставим лайкосы. Всё, а куда он? На берег, ага, ушёл. Не, ещё вот он. Сейчас на дерево кормить. Блин, на дерево, на дерево. Ну все, на дереве сидит. Давайте, друзья, ставим лайкос вот такой. Смотрите видос следующий до конца.